Южно-Казахстанская область будет поставлять мясо в Иран. В Сайрамском районе открылся новый комбинат по изготовлению мяса и мясной продукции. 75% инвестиций в проекте «Юко Эко Фуд» – взнос иранских инвесторов. Известно, что потребность этой страны в мясе на сегодня составляет 2 миллиона 400 тысяч тонн. Мы намерены укреплять торгово-экономическое сотрудничество, будем создавать совместные предприятия, совершенствовать технологии, а также развивать отрасли сельского хозяйства. На сегодняшний день нами достигнута договоренность об экспорте мяса 3000 голов мелкого и 100 голов крупного рогатого скота в день. То есть в Иран будет экспортировано более 60% экологически чистого мяса. При полной загрузке планируется обеспечить работой 350 местных жителей. Мясокомбинат площадью 15 гектаров ориентирован на производственную структуру. Процесс убоя скота здесь производится по немецкой технологии. Здесь имеются холодильные и морозильные камеры. Следует отметить, что экологически чистая продукция Казахстана пользуется большим спросом в Республике Иран. Мы уже составили с ними договор о поставке нашей продукции и начали сотрудничать. Известно, что иранская сторона заинтересована в укреплении торгово-экономического сотрудничества и создании совместных предприятий. Иностранных партнеров привлекает инвест-климат региона, а также льготы, предоставляемые для инвесторов. На сегодняшний день местные власти работают над снижением барьеров и увеличивают доступ к необходимой информации.